13 июля 2018 года. Я нахожусь в Зенькове, 9 часов 45 минут. Центральная улица перегорожена. То есть вот таким вот образом готовится к очередной сессии Полтавской областной рады. Дорога полностью заблокирована. Еще раз. Я знаю эту дорогу, просто всегда по ней ездил. Она проездная, но тем не менее заблокирована. То есть многие участники дорожного движения, проезжающие через Зеньков, должны ехать по объездной. They're born a...